Здоровье зубов в ваших руках. В Иванове в очередной раз отметили Всероссийский день стоматологического здоровья. Студенты-медики напомнили гражданам о том, как важно соблюдать гигиену полости рта, чтобы все 32 зуба оставались целыми как можно дольше. Главное, уверяют специалисты, регулярно 2 раза в день пользоваться щеткой и пастой. Но и в этом, казалось бы, простом деле есть свои нюансы. Начинать нужно с вестибулярной поверхности, выметающими движениями от десны, от шейки зуба. Мы выметающими движениями снимаем мягкий зубной налет. Также это делается с оральной стороны, выметающими движениями. На нижней челюсти все абсолютно так же. На жевательной поверхности мы вот такими вот движениями счищаем все с фиссур, чтобы тоже ничего не оставалось. Чтобы эффективно удалять налет и застрявшие кусочки пищи, чистка зубов должна занимать не менее 4-5 минут. Чтобы выдержать время, стоматологи советуют маленькую хитрость – каждый раз включать любимую песню и чистить зубы под музыку. Для лучшего результата можно использовать ополаскиватели или специальную нить. Если проблемы с зубами все-таки начались, следует незамедлительно обратиться к специалисту. Если верить информации профильного департамента, государственные стоматологические кабинеты ничуть не хуже популярных платных клиник. Заменено все оборудование государственных учреждений здравоохранения на современный новый комплекс. Идет плановая подготовка кадров. Ивановская медицинская академия с позапрошлого, по-моему, года перешла на выпуск аккредитованных специалистов, стоматологов общей практики, которые прежде всего готовятся для оказания помощи первичном звене здравоохранения. Стоматологический факультет в медакадемии по сей день остается самым востребованным, несмотря на сравнительно высокую стоимость обучения. Отбоя от желающих стать зубными нет. Учусь в медакадемии на стоматологическом факультете на 5-м курсе. Почему мне это нравится? Потому что я хочу помогать людям, дарить им красивые улыбки. Все желающие могли проверить состояние полости рта совершенно бесплатно, а также получить полезные подарки, которые помогут сохранить зубы крепкими, а улыбку – белоснежной. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.